Так, двухдисковый усозарезной станочек, Альба машины, Италия. Состояние полностью рабочее, полностью комплектное. Два стола, один второй продолжение линейки. Этот третий одевается сюда, но это опционально заказывали, на ножках идет. Три флажка. В принципе, две пилы Фрейуд стоит. Сейчас продемонстрирую, что работает все. Включается воздух. Мы сделали и с кнопок можно, да, вот, ну как должно вообще с кнопок, можно и с педали, вот, работать, то бишь там можно переключить и работать просто с кнопок, кому как удобно. Сейчас с педали покажем. Это упор один, либо два. Ага. Это переключается на один упор или на два упора будет прижимать. Сейчас показываем с педали. Все, распилило. Ну, пилы надо смотреть, заточены, не заточены, но пилить даже с этими пилами нормально. Сейчас показываем с кнопок. Давай сделаем на два упора, без деталей, покажем, что остальные высовывают. Все, сейчас переключили, будет по 4 упора, то бишь по 2 с каждой стороны. Все, станочек полностью рабочий, полностью исправный.